Привет, дорогие друзья. Решил, значит, я такие еще один экспериментик сделать. Вот у меня есть тут почти 3 литра мандариновой настойки. Я решил ее доработать. Сейчас покажу. То есть имею я мандариновые сушеные шкурочки, корочки. Решил их еще немножко добавить сюда. Так. Нахреначим чутка. Ну, не будем жалеть. Так. Да вот так пусть будет. Вот. Поставлю я их еще на недельку. Пусть они меня тут настоятся. И потом, короче, я хочу вот это все перегнать и получить такой своеобразный цитрусовый джин. Не знаю, что мне из этого получится, но, в общем, попробуем, короче. Короче, ставим на недельку до второго. Не знаю, сколько это будет настаиваться, может быть, неделя, может быть, две. Ну, в общем, потом перегоним, как будет перегоняться, заливаться. Короче, сейчас все увидим. Ребят, прошла у нас неделя, получился у нас такой вот классный мандариновый цвет. Сейчас понюхаю, что у нас получилось. О, блин, ребят, вообще офигенно, я бы даже не перегонял этот чай. Прям классный мандариновый аромат. Но эксперимент есть эксперимент. Берем наш тазик, берем вороночку двухкомпонентную. Но нам понадобится все два компонента. Так. Оп. Сейчас мы все захерачим. Берем воронку. Она идеально сюда подходит. В принципе. И будем сливать все это дело. Нам сюда. С какой стороны встать? Не знаю. Ой. Офигенный запах. Аромат непередаваемый вообще. Прям мандарины живые. Ух, красотень какая. Так, выжимать это я, естественно, не буду. Это ни к чему. Так, и сюда же заливаем столько же воды. Так, заливаем столько же еще воды. Все, замечательно. Короче, сейчас это все дело ставим, будем перегонять. Вот, ребят, значит, собрал я, все залил, вы видели. Решил сегодня поэкспериментировать, как раз купил вот такой вот охладитель, холодильник, не знаю сколько там, 45 сантиметров либо. Вот заодно сейчас его протестируем, перегонять будем без дефлегматора, чтобы наши ароматы не пропали. То есть будем все вот таким вот образом перегонять. Ну, короче, что, посмотрим, сколько градусов будет, и посмотрим. Ну, расскажу я вам, какой будет аромат. Будет ли аромат мандарина или нет. Ну, что, сейчас увидим. Вот, ребят, температура 75. Пошли, значит, такие у нас уже мелкие капельки. Начинаю отбор голов. Посмотрим, сколько будет. Я так думаю, здесь их будет немного. Совсем чуть-чуть, потому что запах идет прям мандариновый. Да и к тому же головы я уже отбирал при той перегонке, которая была до этого. Ну, короче, смотрим. Вот, ребят, значит, отобрал меньше 50 грамм даже голов. Газ идет вообще маленький-маленький, еле-еле горит. Струйка идет хорошая. Ну, короче, по аромату прям мандарин-мандариновый. Мне нравится. Смотрим, что будет в итоге и сколько у нас его получится. По идее, должно быть
полтрешки, как минимум. Ну, короче, смотрим, ждем, едем дальше. Вот, ребят, значит, у нас получилось чуть больше полбанки. И получилось у нас 62 градуса. 62%. Аромат, конечно, офигенный, мандариновый. О, красота. Офигенно. Добавить, если только сейчас декстрозы, будет обалденный мандариновый мацерат. Очень рекомендую. Отбор шел до 40%. Завершил я его в 90 градусов в кубе. Дальше пошел отбор хвостов. Сейчас немного отберу и выключу. Ну, вот как бы что мы и получили. Очень рекомендую. Аромат, блин, реально классный. Кто не делал, попробуйте, сделайте. Настаивайте неделю, потом перегоняйте. Офигенная вещь. Ну, вот и все. Эксперимент завершен. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.